Всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня, как и обещала, на моем канале конкурс. Сегодня 30 января 2018 года. Перед обзором о конкурсе хочу всех моих друзей, моих подписчиков поблагодарить, что нас более 9000 подписчиков, моих дорогих друзей. Спасибо вам огромнейшее, здоровья вам и счастья! А давайте теперь расскажу о призах. Самые главные призы стоят уже перед вами. Как вы знаете, я занимаюсь компанией Faberlic, Avon, также я хожу в Fix Price. В этот раз решила и выбрала, что самые главные призы будут предоставляться от компании Faberlic, которую, конечно же, я купила сама. Первый это будет шампунь питательный, бальзам питательный и также крем. Мыло жидкое для рук. Расскажу об этой серии. Мне очень нравится серия La Crème. Вот. Они ароматные такие. У них запах приятный, такой ярко выраженный. Мыло у них такое, крем-мыло густое, не жидкое. Очень нравится и надеюсь, победителю также понравится эта серия. Шампунь и бальзам зафольгированные. Вот, они не открытые, новые. Далее также решила от компании Faberlic небольшим бонусом будут вот такие вот наклейки, которые клеятся с помощью воды. Делается маникюр, вот, и сверху покрывается топом. Для этих наклеек желательно выбирать светлые такие яркие светлые оттенки лаков. Можно использовать и на обычный лак, и на гель-лак. Дальше еще хочу бонусом выбрать для вас приз от компании Avon. Это уже будет бонус. Это у нас помада Lux. Помада новая. Я даже не трогала и не открывала, потому что у меня есть такая помада. Помада выглядит вот так. С перламутром. Делаю вам свотч. Так. Вот такой цвет помады. Со стороны выглядит, что помада очень темная. Но это прозрачная с блесками. Вот такая вот помада. К сожалению, на моих губах эта помада растекается. Конечно же, использовать лучше карандашом для губ. Вот, поэтому это идет просто как бонус. Далее еще хочу также добавить с фикс прайса. С фикс прайса тоже неплохая косметика, продукция, которую я уже протестировала на себе. У меня есть такие сыворотки с гиалуроном, увлажняющие. Вот такая вот сыворотка для лица с комплексом аминокислот. Здесь 5 ампул. Они хорошо впитываются, не оставляют эффект маски. Мне очень понравились за такую цену. И с моим лицом ничего не случилось. Вот. И далее еще, конечно же, как бонус, может даже для вас, может для ваших детей, понравится вот такой вот блокнот. Блокнот, как бы сказать, типа с эффектом 3D. Здесь вот такие милейшие попугайчики. Здесь страницы белые. И в каждом углу здесь нарисован, получается, попугайчик. У меня есть такие с кошками, которые я использую. И в каждом углу нарисован у меня котята. Здесь, получается, должны быть попугай. Такой яркий, симпатичный. Вот. Тоже с фикс прайса. Вот такие у меня в этот раз призы. Конечно же, конкурс у меня не последний. Конечно же, с ростом подписчиков я буду делать конкурсы, устраивать. Вот. Если вам нравятся призы, то приглашаю вас участвовать на моем конкурсе на канале Нафиса Уфа. А теперь давайте хочу еще попросить моих любимых, хороших подписчиков, которые не будут участвовать, только не обижайтесь. Я это для того, чтобы было легче мне рандомом выбрать победителя, не писать комментарий. Если вы не участвуете, то, пожалуйста, я очень прошу на этот раз под этим обзором не писать комментарии там.
Поздравляю, если вы только не участвуете. Вот. И еще я отвечать на эти комментарии, где вы будете участвовать, писать, наверное, засорять комментариями не буду. Я просто наверху напишу всем огромный там привет и всем спасибо. Далее. А теперь давайте приступим к условиям конкурса. Как же это будет происходить? Первое условие, конечно же, быть моим подписчиком. Подписчиком из России. У меня возможности есть только отправлять по России. Второе. Это, конечно же, лайк. И написать слово «участвуем». Слово «участвую». И еще у меня третье условие. Сделать репост, ссылку ВКонтакте или в Одноклассниках. Также будут задавать вопросы. Facebook у меня нету, не пользуюсь. Вот, поэтому Одноклассник или ВКонтакте. Почему? Потому что очень тяжело общаться с людьми, которых ты, как бы сказать, и не видишь даже. А здесь можно как-то посмотреть, как зовут, там фотографию посмотреть. Все равно же надо будет как-то потом общаться, если ты выигрываешь, что надо мне написать или я вам должна написать, да? Вот, то такие условия. Еще раз, эти условия я напишу в описании в инфобоксе, то, что вот хочу, потому что в инфобокс не все обращают внимание. На этом, наверное, все. Все мои дорогие, еще раз спасибо огромное, что нас уже идет уже к 10 тысячам. Дальше что еще хочу сказать. Желаю всем удачи. Конкурс будет идти. Так, мне надо выбрать, чтобы это был выходной мой день. 5-6 дней, потому что я еще не знаю свой график. Конкурс будет недолгим. 5-6 дней. Ну, на этом, наверное, все. Всем удачи, всем до новых встреч и пока-пока.